битва химзаводов. Просто, ну, реально столкнулись два просто жестких чувака, как бы, ну, я имею в виду фактурных, физически здоровых, сильных, потому что и Муслимова также оценивает, говорит, ну, просто горилла, как бы, там, туда-сюда, ну, в плане, в хорошем смысле. И перед началом этого выпуска хочется выразить респект нашим друзьям из Gorilla Energy, ведь благодаря им у бойцов есть работа, у промоушенов турниры, а у нас возможность все это освещать, ну, и приносить немножко интересного в мир ММА. Ну, и Gorilla отличный энергетик. Вот, ты поборешь, а я потом побью. Окей, слева от меня стоит Иван Штырков, хотим поздравить его с победой, молодец. Мы с тобой много чего вчера обсудили, поэтому сегодня буду краток, плюс ты уже дал там 6 интервью до меня. Я могу что-нибудь новенькое тебе сказать. Вот буквально пару вопросов, которые тебе еще, я думаю, не задавали. Я стал вчера искать информацию, и оказывается, что Гугов в свое время дрался с Мишей по боевому самбо и побеждал, ты это знаешь? Нет, честно, не знаю. А Миша, я, извиняюсь, все получается, он мне не сказал, да, что не, да? Он тебе не сказал, реально? Миша, подойди, пожалуйста. Да. Можно, кстати, подозвать его. А он тут? Нет? Как, они дрались по боевому самбо, и Гугов его победил. Я думал просто, что ты это знал, и можно было бы сделать заголовок, что Иван отомстил за... Да мы же не по боевому самбо дрались. Ну, может, если бы мы дрались по боевому самбо... Че с ним? Если бы мы дрались по боевому самбо, ну, может, он тоже меня победил. Ты про это вообще не слышал, да? Нет, я первый раз. Я слышал, что Мурат выступал по боевому самбо, ну, что он боевой самбист. Ну, нет, не слышал, что они... Ну, я спрошу у него сейчас. Окей, мы успели поговорить с Муратом Гуговым, и он сказал, что не согласен с решением. Согласен. Тебе как решение? Я думаю, что, знаешь, все решило вот последняя минута. Вот мой перевод и добивание, ну, в конце, то есть, который оказался сверху, зафиксировал. Потому что до этого момента я понимал, что ну вот надо сейчас решать. Ну вот такая чуйка была. На самом деле, не знаю, парни говорят, что... Леха, по-моему, говорит, что первый раунд, ну, проиграл я. У меня почему-то по-другому было. Ну, короче, не знаю, я не могу считать баллы. Ну, как бы, когда дерусь, не отвлекаюсь. Угол тоже меня не ведет. Ну, в плане победил там раунд. Ну, чтобы я где-то не расслаблял, просто делал свою работу, которую надо. И вот... Мои ощущения по всему бою, потому что, ну, как бы, понятно, раунд там считают отдельно, каждый, ну, общая картина боя, она есть, общая картина боя, и то, что мои ощущения были, что вот все решит, вот это вот наш крайний клинч у сетки, вот эта минута, я еще специально посмотрел, минута, я проигрывал позицию, потому что был спиной у сетки, и нужно было что-то делать, я поменял позицию, завалил и начал добивать. Я думаю, что вот это и сыграло как раз вот раздельным решением, что отдали вот в мою сторону какой-то из судей. Единственное, что можно было дать ничью. Войси их нет. Вот, но победу, при всем уважении Мураду, я бы не отдал. То есть ничья или в мою сторону за счет вот этого крайнего движения. Вот так вот, наверное, бы. Не знаю, там есть судьи. Я вот, знаешь, как бы... Если бы было бы явно, ну, например, меня бы там месили, ну, я бы никогда как бы не признавал, тут не стоял, да нет, я победил. То есть, ну, я бы не сказал, что бой был там в его сторону в каких-то, ну, не знаю, отдали. Не чувствую, что я проиграл. То есть, как бы чувствую, что равный бой, и вот, вот это последний перевод решил просто все. Окей, двигаемся тогда дальше. Очень многие в комментариях к вашему бою писали, что это будет, типа, битва... химзаводов. Ну, это самый частый комментарий. Маги же так же писали. С Магой так же, но ну, здесь конечно. Просто еще и, ну, вот школа боксанская, где ребята все очень атлетичные, там, и еще ты. Ну, Али Багов. Кто-то тоже поставляет. Надо его спросить у парней, чего. Я спросил у Гугова по поводу твоей физической силы. Он сказал, что ты очень сильный боец. Ну, он сказал, что из тех, с кем он боролся, он твою силу прям прочувствовал, но, ну, для него там она не показалась суперсильной, но при этом из соперников он тебя выделяет. Что ты про него скажешь прям? Он, ну, тоже очень атлетично выглядит. Физическая сила, например, сравнивая там при работе какой-нибудь у клетки в зале, ну, с Муслим Магомедовым или там с, в бою с Магомедом Исмаиловым? Ну смотри, с Муслимом особо много у клетки, ну нет, ну не работали в клетке, не было столько клинча, он более техничный такой борец именно. Вот. По Google что могу сказать именно по силе? Ну да, было пару переводов, но удержать не смог, и я спокойно как бы встал с каждого из них в плане, что там...
На самом деле, давай так, честно, думал сильнее человек. Ну вот прям почему-то мне казалось. Ну и все, понимаешь, о, он борется, о, он так борется. И ты как бы изначально такой выходишь, блин, ну может нахер эту борьбу. И знаешь, сам себя такой, а тут как бы, ну давай, клинч, клинч, о, развернул, вот, нормально. Тут стал как бы спокоен. То есть опять, блядь, переценил, знаешь, вот это вот. Вот, тем более, опять же, ну вот, решает, ты понимаешь, все, никогда вы свеженький, все решает тогда, когда уже все, сил нет. И вот тут как бы, вот последняя минута все решила. А там я бы не сказал, что у меня был какой-то феноменально техничный перевод, по-моему, там была грубая физическая сила на последнем издыхании. И, ну, ему спасибо большое за оценку положительную моей силы, вот. Но он тоже достаточно очень сильный боец, но я думал, именно физически, я думал, что он еще сильнее. Вот, вот так, наверное. Поэтому просто, ну, реально столкнулись два просто жестких чувака, как бы, ну, я имею в виду фактурных, физически здоровых, сильных, потому что и Муслим его также оценивает, говорит, ну, просто горилла, как бы, там, туда-сюда, ну, в плане, в хорошем смысле, что здоровый, ну. Если Годзилла против Кинг-Конга, если Кинг-Конг против Халка. Да, почему нет? Хорошо. Прилим, это знаешь, это сейчас же начинается. Смотрите, это предыстория. В кинотеатре будет основная часть. Окей, и последний тогда, наверное, вопрос. Сегодня, когда я выложил наше с тобой интервью, был комментарий, довольно прикольный, его залайкали, что человек написал, странно, интервью с Иваном Штырковым, где лайков больше, чем дизлайков, удивительно. Ты сейчас замечаешь, что меняется отношение людей к тебе? Очень был негативный фон вокруг тебя, ну, в принципе, заслуженно. И сейчас я тоже вижу, что люди меняются, даже когда ты делал какие-то технические действия в зале, ну, типа, аплодировали и топили за тебя. Ты это сам чувствуешь? Слушай, знаешь, наверное, буду таким каким-то скептиком или циником в этом отношении, ну, именно мнение общественности. Я уже много раз про это говорил. Мне самое главное, чтобы мои близкие люди, ну, как бы, они знают, какой я человек, именно человек, что я делаю там для людей, как веду себя, какие у меня жизненные принципы. Быть хорошим для всех, ну, невозможно. Тем более, что, сам понимаешь, хейт, да, вот это осуждение людей сейчас в тренде, ну, людям проще написать что-то плохое, чем хорошее, даже если можно написать хорошее. Почему так, не знаю. Потому что такая жизнь, потому что такой мир, потому что так. Вот. Поэтому я не гонюсь за тем, чтобы общественное мнение менялось в какую-то хорошую сторону или плохую, потому что я всегда был таким человеком, я таким остаюсь. Я просто сейчас пытаюсь улучшить себя как боец, ну, и показывать в клетке какие-то другие вещи, да, лучшие бои. Но по жизни я таким и остаюсь. Да, были там ситуации в жизни, но многие люди не знают, почему это произошло, да, какие были причины на это, еще что-то. Оправдываться перед всеми я, ну, не собираюсь. Я иду своей дорогой, принимаю решения. И да, по стечению обстоятельств моих жизненных происходит так, что я на виду у людей, да, у многих. Они могут осудить какие-то мои действия, еще что-то. Мир интернета, мир соцсетей. Ну, такая жизнь. Раз ты в это вписался, будь добр. Если мнение людей по каким-то причинам меняется в хорошую сторону, меня это не может не радовать. Но я делаю это не специально. Я живу так, как жил, веду себя так, как я веду и вел. Вот. Мои какие-то приоритеты в жизни нисколько не поменялись от этого, что вот я начал работать как-то на публику по-другому или делать что-то на публику, чтобы меня, знаешь, полюбили там больше людей. Я просто, как и сказал, я просто стараюсь улучшиться сейчас, на данный момент, как боец. Поэтому я пришел в одну из самых сильнейших лиг, чтобы получить вот эту мясорубку, зарубу, жесткие противостояния. Я меняю тренировочный лагерь, поменял тренера. Ну, я имею в виду, и работаю. Но это я все, если честно, больше делаю для себя. Ну, как, потому что это моя работа. Я должен становиться лучше, должен расти. Если за счет этого еще и меняется, повторюсь, отношение людей ко мне в лучшую сторону, это не может не быть позитивно, это хорошо, но я это делаю не для всех. Я это делаю для своей семьи, для своих близких, для людей, кто в меня верит, и для себя. Поэтому это приятное дополнение к
моему апгрейду в лучшую сторону. Наверное, вот так вот. Поэтому всем, опять же, огромное спасибо, кто за, кто топит, кто верит. И опять же, огромное спасибо всем, кто против, кто, кому я не нравлюсь, они также мотивируют, стимулируют. Почему? Потому что хочется обламывать таких людей своей работой, своими боями. Поэтому нормально, все нормально. Окей, тогда еще раз поздравить тебя с победой. Спасибо. Друзья, смотрите Вестник ММА, подписывайтесь на наш инстаграм, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество ВКонтакте и Instagram, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.